Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, отношений с мужчиной нет, пишите вы. Сразу. Значит, из этого я делаю вывод, что хотелось бы отношений, но вот не получается пока. То есть вам лично хотелось бы отношений с мужчиной, вам лично, может быть, хотелось бы, чтобы человек был в вашей жизни, ну, мужчина, я имею в виду, чтобы был в вашей жизни, вот. То есть есть вот такое желание, но вот мужчина вам дал понять, что серьезные отношения ему не нужны. И я так подозреваю, что в вашей жизни это не первый такой случай, когда с мужчинами у вас не очень получается. Вот как-то вот у меня такое впечатление сложилось. Вы пишете, значит, оказалась без работы. И первый раз за очень длительное время решила обратиться к нему с просьбой одолжить. А мужчина-то этот вот вообще, он откуда в вашей жизни появился? Вот вы говорите, отношений с мужчиной нет. Но сразу дал понять, что серьезные отношения ему не нужны. А несерьезные отношения у вас с ним есть? Вы с ним как-то взаимодействуете, вы с ним как-то вообще в контакт вступаете или нет? Непонятно, кто он для вас, что вас объединяет, как вы познакомились, что связывает, неясно. Далее, значит, решил обратиться к нему с просьбой одолжить. И на мое удивление он не отказал. А почему вы удивлены, что он вам не отказал? С чего бы, собственно говоря, он должен был вам отказать? Почему вы так решили? Только потому, что, как вы говорите, он сказал, что серьезные отношения ему не нужны. Давайте сразу немножечко отграничим одно от другого. Если мужчина сказал, что ему не нужны серьезные отношения, это не значит, что он сам не серьезный. Я имею в виду мужчина. И тот факт, что он вам одолжил, это совершенно нормальная реакция нормального человека, имеющего возможность дать в долг человеку другому, который ему не противен. То есть вы ему не противны, он вам совершенно спокойно дает в долг. Вы вот в своем дополнении пишете, что мужчина по характеру трудный на самом деле. Но опять же, непонятно, что вас связывает с ним. Если вы говорите, что он трудный по характеру, то это должно как-то проявляться. Если это как-то проявляется, если это вас не устраивает, то получается, что нечто, что-то заставляет вас держать его как бы в пределах своего внимания. Не переключаться на других мужчин, на другого мужчину, а как бы на фоне держать постоянно его. Это тоже очень важный момент. Если вы говорите, что мужчина по характеру трудный на самом деле, то что это значит трудный? Трудный для кого? Для вас? С чего вы это взяли? Как вы оцениваете, трудный характер, нетрудный? Так полагаю, что здесь
следует слово трудный заменить другим словом, словом своевольный, своенравный, может быть немножечко свободолюбивый. Вот я почему-то думаю, что это более полно отразит вот то, что вы в нем видите. Вы в нем видите человека, который защищает свои личные границы. Ну вот, по крайней мере, вот так мне видится то, что вы пишете, то, что вы значит, ну, рассказываете, то, что вы даете нам понять. Далее. Вы пишете следующее. Значит, это может что-то означать? Нет. Сам факт того, что мужчина дал вам долг, означать ничего не может. Потому что дать в долг он вам мог и просто как, знаете, ну, как человек человеку. То есть вы для него просто человек, которому он дал в долг. И все. Я не думаю, вот я не думаю, что здесь можно, нужно искать какие-то двойные там или тройные контексты. Это, на мой взгляд, немного не тот случай, просто потому что, как я уже сказал, сам по себе, точнее, акт одалживания денег никогда не означает чего-то, ну, большего, чего-то более значимого. Вот. Опять же, при том объеме информации, который вы дали. Это довольно-таки небольшой объем. Как это проявляется отношение ко мне? Нет, никак не проявляется отношение ко мне. Никак не проявляется отношение к вам. Разве что только если он вот вообще никому в долг никогда не давал, и вы об этом прямо наверняка знаете, что вот многие люди просили у него в долг, он никому не давал. Вот вам решил дать. Вот только если вот если только вот такой аспект данная ситуация не имеет, то тогда нельзя говорить о том, что к вам проявляется как-то отношение, потому что все-таки, еще раз повторю, отношения денежные, они, знаете ли, ну, довольно редко, и если уж на то пошло, то практически никогда не заприкасается как-то с отношениями эмоциональными. Далее. Почему необходимо просить мужчину о чем-то? Вот этот вопрос, если честно, вообще непонятен. То есть, что вы говорите? Почему просить мужчину о чем-то необходимо? Не необходимо мужчину просить, вы могли его ни о чем не просить, это вам было нужна была определенная сумма в долг, и он вам эту сумму по сути дела дал. И все. То есть
Не очень понятен мне здесь ваш вопрос. То есть вы говорите, почему необходимо мужчину о чем-то просить? Вообще контекст вопроса вот мне не ясен. То есть мужчину просить не надо, на самом деле. Это если я правильно вас понял, это вам было нужно, чтобы он вам дал долг. А если бы вы у него не просили в долг, то так бы ничего и не было бы. То есть вот смысл этого вашего вопроса, он ну, лично для меня ускользает. Почему необходимо просить мужчину о чем-то? Вы имеете в виду, что он через просьбу к вам как-то будет свое отношение проявлять? Или вы имеете в виду, что только через просьбу мужчина, чувствуя свою необходимость и нужность вам, как-то будет себя проявлять? То есть, если бы вы не попросили, никакого бы проявления эмоций к вам не было бы, если вы это имеете в виду, то здесь, в принципе, вот на этот вопрос, на такую форму контекста ответить вполне себе, на мой взгляд, можно. И я бы предпочел ответить примерно так. Есть некоторые мужчины, которые достаточно гордые. Вот у меня почему-то складывается ощущение, что ваш мужчина, он именно такой. Он именно гордый, именно довольно сильно гордый. И если я прав, то для него действительно непозволительно самому как-то вот проявлять инициативу. Если я прав, то для него действительно это ущемление своей гордости. И гордых мужчин, да, действительно нужно просить, только если их о чем-то просишь, они тогда проявляют значит, свое отношение. И то делают это исключительно в том контексте, в той значит, ну, целевой направленности, что вы ему что-то должны. Я имею в виду, мужчине вы что-то должны. Вот. И именно на этом чувстве долга он и может выстраивать с вами отношения, не желая признать того факта, что вы, например, можете что-то сделать для него и, скажем, просто так, ну, допустим. Вот. В этом контексте, я надеюсь, вы меня поняли правильно, и именно в этом контексте, если мы говорим, то здесь можно сказать, что просьба в данном случае это вот такая своего рода манипуляция. То есть мужчина как будто бы знает, что вы рано или поздно будете нуждаться в помощи, его помощи. И он как бы ждет, что рано или поздно вам эта помощь потребуется, и вы решите воспользоваться, и мужчина сможет как-то вот что-то сделать. И тем самым станет к вам, например, ну, несколько ближе. Вот. То есть ситуация заключается именно в этом. И мне кажется, что это единственный контекст, который можно
рассматривать вот в той форме вопроса, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста, в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!